Дорогие друзья, привет всем! Все добро пожаловать на канал Paradise Alanya. Меня зовут Никита. Сегодня я хочу снять для вас жилой комплекс, который находится прямо напротив моего отеля. Переворачиваю камеру. Вот, грех, короче, было бы не снять его для вас. Это район Кистель. Классный жилой комплекс, он новый. Смотрите, до моря. Ну, тут минут 5 с пешком. Я думаю, морем мы сегодня закончим это видео. Продаж здесь осталось немного. Как правило, хорошие проекты местных застройщиков, они раскупаются еще на этапе строительства. Здесь еще осталось несколько вариантов. Соответственно, варианты самые такие дорогие. Вот эти дуплексы. Ну, сейчас пойдем посмотрим. И есть там еще один вариант по перепродаже, который будет чуть-чуть подешевле, чем все остальные. С вас, друзья, конечно же, всего лишь поставить лайк. Кому интересна недвижимость Алании, подписывайтесь обязательно на канал. А мы начинаем. Поехали! Итак, друзья, мы уже находимся у вот такой вот арки. Это вход в наш жилой комплекс. Здесь сидит охрана. Здесь набираете код, я уже его набрал. И проходим на территорию жилого комплекса. А здесь, кстати, на первом этаже видите Antalya Spa and Beauty. Сразу можно девочкам навести красоту. Так выглядит вход-подъезд. Видите, какой у них здесь мега-домофон. С камерами, с хорошими. Здесь прям сенсорное все. Видите? Класс. Комплекс новый. Я его перед уездом снимал. Он был на предсдаче. Сейчас уже сдан. Живут люди. Комплекс состоит из двух корпусов. Тут, видите, небольшая такая детская площадочка. Детки качаются на качельках. Итак, заходим. Входная группа. Смотрите, красиво, стильно, молодежно. Вот так выглядит подъезд. Заходим в лифт. Так, друзья, начнем знакомство с данным жилым комплексом, с квартирами. Правда, тут уже ничего не осталось. С предложения от застройщика. Это квартира 2+1, 144 метра квадратных, 152 тысячи евро. У нас есть здесь предложение по перепродаже, прямо на этом этаже, дешевле. Но сейчас я вам следующую ее покажу. Так, что мы здесь видим? Заходим, слева у нас санузел, душевая кабина. Что за фирма? Интересно. Фирма у нас НСК. Не знаю такую. Если кто знает, скажите, хорошая, плохая. Тут тоже НСК. Это я. Ведущий. Так. Здесь пошла лестница на второй этаж. Вы уже, наверное, догадались, что это дуплекс. Вот здесь интересная такая мебель. Кухня-гостиная. Классный стол, кстати. Смотрите. Да, да. Мне нравится, мне нравится. Так, с этой стороны. Смотрите. Друзья, снимаю, кстати, на новую камеру. Помните, у вас как-то были ко мне вопросы, что я слишком быстро ввожу камеры. Вот здесь доводчиков нет, к сожалению. Вот он наверх как бы доводит, а в конце нифига. Здесь есть. Здесь есть. Так, ну давайте выйдем на балкон. Балкон, да. Здесь тоже уже, видите, террасная мебель куплена. Выходим, видим бассейн. Кстати, жилой комплекс полностью укомплектованный. Как говорят в России, полный фарш. В общем, есть и летний бассейн, и зимний бассейн. Сейчас попозже вам все покажем. Ну, что здесь? Вид на горы из-за первого корпуса. Море не видать. Не видать. Там я вижу беседку. Здесь, смотрите, техническое помещение. Здесь у нас спрятаны вот эти блоки кондиционеров, что я считаю очень хорошо, и они не портят вид фасаду.
фасада. Так, далее. Немножечко не хватает здесь уюта, реально, не знаю, каких-то мелочей, может, каких-то цветов, ну, знаете, чтобы уже квартира была обжитая. Но квартира новая, здесь еще никто не жил. Здесь прям ждет она своего первого хозяина. Так, поднимаемся наверх. А, смотрите, здесь сделаны такие интересные вставки, что ли. Но это не натурально, конечно, мох. Можно прям сделать натурально, ну, если заморочиться. Здесь такая вот интересная мебель тоже, зеркало. И спальня номер один. О, здесь тоже, смотрите, все это, ну, вот это натуральное дерево, все. Кстати, интересно такое. Довольно-таки, смотрите, здесь шкаф тоже такой же. Интересно, да, здесь надо какой-то... Блин, я хочу прям наполнить эту квартиру цветами. Будет вообще другой вид. Здесь у нас выход на террасу. Давайте сразу выйдем. Ага, ну здесь уже видно кусочек моря. Ну вот это... Прям треугольничек такой. Не знаю, видно, не видно будет. Давайте приближу даже. Вот, видно море, как говорят риэлторы. Если продавать будете, можете сказать, что есть у вас вид на море. Ну, вид на гору. Шикарный. На терраса большая. Здесь прям можно пригласить гостей. Можно посидеть, винишко попить. Красота. Так, далее. Тут, видите, все выведено под кондиционеры. О, смотрите, как интересно. Тут вообще, ну, это, видимо, детская. Видите, кровать лодочками. Такого я, кстати, еще не видел даже. Видите, как интересно. Интересно, интересно. Ну, ставьте, друзья, лайки обязательно. Пишите, кому вообще нравится, не нравится. Здесь, опять же, выход на террасу. Такую, блин, квартиру я бы, конечно, бы жил. Мне вот такой вариант, мне наоборот, нравится. Я бы сделал в какой-нибудь из этих комнат, ну, в этой, да, скорее всего, себе кабинет снизу. Наверное, основное время все-таки проводит, будет проводиться. Ну, и сюда уйти поработать, побыть одному. Здесь второй санузел, чтобы не бегать туда на первый этаж в туалет. Ну, такая вот, друзья, квартира. Предложение от застройщика. Пишите, звоните, кому понравился данный вариант. На самом деле, на сегодняшний день, меня, конечно, тоже цены нынче удивляют, но на сегодняшний день это адекватная цена. Ну, потому что вчера снимали квартиру вообще в старом доме, тоже 2 плюс 1, она получается сколько, 97 тысяч. А здесь новый комплекс. Ну, я же говорю, вот такие комплексы прям мой любимый сегмент. Так, стоп, идем смотреть следующую квартиру, не переключайтесь. Так, друзья, захожу я тут в эту квартиру, студию, и вообще понять не могу. Я говорю, а где спать? А где все? И оказалось, что эта квартира-студия, смотрите, она вообще малюська прям. Балкончик, видите, маленький, и там санузел. Я не знаю, здесь, наверное, можно диван поставить. Она, короче, идет, в подарок, типа, к той квартире, которая наверху 2 плюс 1. Мы сейчас туда пойдем, посмотрим, что там за квартира. Ну, такого я первый раз, честно говоря, встречаю. Ну, то ли еще будет. Ну, смотрите. Скорее, ну, не знаю, знаете, как можно сделать? Вот это вообще сдавать до моря тут, ну, я повторюсь, там 5 минут пешком в целом. Тут, кстати, вот они, отели. Сюда поставить, наверное, диван раскладывающийся. Ну, как это обустроить? Туда небольшой холодильничек в целом. Вот вам квартира под сдачу. Конечно, вы ее недорого будете сдавать, но все-таки, я думаю, возможно. На любой товар свой покупатель. Вон оно, море. Приближаю. Видно, не видно? Оп. Здесь в целом
Приятный тоже вид. Это территория соседнего комплекса. Ну, кстати, шикарная, да, территория, смотрите. Можно в шахматы поиграть. Если кому интересно, по вот этому комплексу жилому тоже снимем ролик. Если я вернусь в Турцию, то я лично сниму. Если не вернусь, то Агаси снимет. Все, по этой квартире. Так, санузел. Санузел. Ну, санузел стандартный, на самом деле. Но здесь прям маловато места, конечно. Еще бы чуть-чуть буквально, и можно было бы. Но в Сочи, например, как всегда я сравниваю Сочи, потому что я там жил, и не такое сдается, я вас уверяю. Тем более возле моря. Тем более возле моря. Все, идем наверх, сейчас посмотрим, что там за квартира-то вообще. 2 плюс 1. Вот она, эта квартира, смотрите. Сейчас я вам скажу стоимость всего этого. Так, здесь у нас комната номер 1. Ну, здесь из-за вот этих скосов прям... Ну вот, не знаю. Кажется, что мало места. Далее. Санузел. Комната. Вот, вот здесь нормальные потолки. Свой санузел смотрю, но сразу же бросается в глаза. Это, конечно, вид на море. Но здесь в море уже получше видно прям. Смотрите, огромная терраса. И вот такой вот вид. Видите, все комплексы в целом новые. Практически, да, все. Вон выглядывает из-за угла уже такой старенький домик. А так, в основном, видите, кистель из таких домов состоит. Ну, не знаю, приятно посмотреть. Здесь вот наша беседочка. Так, возвращаемся в квартиру. Здесь отдельный санузел. Хозяйский. Здесь еще одна кухня. Вот она кухня. О, вот это круто. Смотрите. Вот это размерчик. Да? Да, вот такую недвижимость я люблю. Такое мне нравится. Вот она, вся вот эта терраса, она опоясывающая, с той комнаты, можно вот так бегать здесь, ездить на велосипеде. Ну, если бы не вот эти, конечно, плинтуса, не плинтуса, как назвать часть стеклопакета. Ну да, хорошая квартира. Цена, всех интересует цена. Не забывайте, да, что вот эта нижняя идет к ней в подарок. Цена. Сейчас приблизим. Смотрите, вот она. Квартира номер 27. 2 плюс 1. 109 квадратных метров. Плюс студию. Я думал, что за плюс студия. Вот она снизу студия. 149 тысяч евро. Ну, если расчет будет сразу, то будем, конечно, разговаривать о скидке. Эту квартиру можно, кстати, купить в ипотеку. И можно, наверное, поговорить о рассрочке какой-то. Попробуем поговорить. Комплекс вроде завершен. Обычно это дается рассрочка до конца строительства. Ну, индивидуально, индивидуально можно обо всем разговаривать. Ну, конечно, без денег, как некоторые, да, хотят. Не купишь. Ипотека, потому что здесь тоже нужно вносить там 50% сразу. Остальное вам дадут уже в кредит. Все, идем в следующую квартиру, которая по перепродаже. Она дешевле будет вот этих вариантов. Сейчас смотрите, здесь какое состояние. Сейчас закроем дверь. В общем, мебель уже завезли, но здесь квартиру сделают полностью вообще упакованную. Будет техника, будет там шторы. Ну, короче, вот как вы привыкли видеть на моем канале квартиры упакованные. Вот так она будет выглядеть. Квартира 2 плюс 1, 100 квадратных метров. Цена, наверное, скажу сразу, цена 115 тысяч евро. Это у нас кухня-гостиная.
Здесь что, видите, обои поклеили или приклеили, как правильно сказать. Вот здесь как раз-таки вот мой отель, с которого я начинал видео. А вот здесь тоже будет скоро новостройка. Как раз лежишь на бассейне, и они там что-то пилят, сверлят. Создают, в общем, атмосферу отдыха. Так, здесь у нас санузел. Так, свет, давайте попробуем включить свет. А, наверное, мы не включим. Окей. Комната номер один, спальня. Так, извиняюсь сейчас за вот этот шум. Так, друзья, постараюсь быстро снять. Там у нас человек, видите, занимается ремонтом. Вид горы, соседний корпус. Здесь у нас бассейн. Видите, люди плавают до сих пор. Это вот как раз таки отель, в котором я живу. Новостройка, там все будет красиво, территория, соответственно, облагороженная будет. Ну, такая вот красота, вид на горы. Возвращаемся в квартиру. Так, и что у нас осталось? У нас осталась вторая комната. Вот это, скорее всего, детская. Вот это, конечно, косяк. Это прям несущая стена. Здесь какая-то вообще непонятно, что это. Ну да, вот эта комната, стоит признать, не знаю, не очень. Ну вот эта колонна посреди и маленькие окошки, не очень. Не очень. Но зато есть коридор большой, что на самом деле редкость для турецких квартир. Обычно заходишь прямо на кухню сразу, разуваешься на кухне. Вот такая вот квартира. Итак, друзья, вот он наш с красненькими, видите, балконами жилой комплекс. Вот отель напротив, в котором я остановился. Ну и, собственно, дорога до моря. Ну что, друзья? Вот я и нахожусь практически на пляже. Вы сейчас видите, вот здесь такой мост надземный. Вон он, наш жилой комплекс. Ну, что касается пляжей, все-таки я вижу плиты, но я вижу во многих местах, видите, вырезаны хорошие входы. Вот здесь очень это хорошо видно. Здесь... Там дальше, как правило, это делают отели, либо какие-то матерые такие жилые комплексы со своими пляжами. В целом, можно и оттуда нырять. Ну, вот он, нормальный вход. На этой обалденной, просто живописнейшей картинки позади меня я заканчиваю это видео. Сегодня ночью лечу обратно в Россию. Надеюсь, я еще встречусь с этой красотой. Аланья, конечно, вообще не отпускает. Вот. По-прежнему находится в моем сердце. Часто я о ней задумываюсь. Сейчас приеду домой, буду с женой со своей обсуждать этот вопрос. Кому понравилось, друзья, ставьте лайки. Кстати, напишите комментарии, пожалуйста, те, кто знает, где вообще самый классный пляж. Мне больше всего понравился один из пляжей в Каргиджаке, но там тоже надо знать место. Я не помню, пытаюсь вспомнить, там есть какое-то кафе, называется Люкс, что-то там, VIP, что-то там, что-то такое. Вот там вообще классный пляж. Пишите, друзья, в комментариях, кто знает самые лучшие пляжи в Алании. А я желаю вам всем... Жить в Алании, мне говорит, друг подсказывает. Ну, желаю вам всем хотя бы приехать сюда, прикоснуться к этой красоте. Ну, если понравится, если позволяет бюджет, то уже выбрать для себя квартиру. Я, конечно, думал очень много над этим вопросом. И думаю, оптимальный вариант это все-таки иметь квартиру и в России на лето, и в Алании на зиму. Вот такой вот у меня есть инсайт после вот этой моей поездки.
Всем пока, друзья. Все, не могу все никак закончить видео.